Ребята, всем привет! Сейчас у нас проходят облавные охоты на хищного зверя, на копытных, и вы стали перед выбором, какую картечь лучше использовать. Начали мне писать комментарии в личные сообщения, просите, чтобы я протестировал картечь от научно-производственной фирмы Tahoe и сравнил с картечью от фирмы Rio. Сегодня мы будем сравнивать данную картечь на разные дистанции. Стреляю я из ружья AT-ARMS Neo 12 разными сужениями, это цилиндр, получок, чок. Сначала стреляем на стандартную дистанцию 35 метров, посмотрим, какая кучность в этой картечи, посмотрим резкость, сравним это все. Затем поставим на дистанцию 50 метров и посмотрим на дальнюю дистанцию, какие результаты показывает картечь. Стреляем картечью в разных диаметрах, это будет супер картечь от научно-производственной фирмы Tahoe в диаметре 6,5 мм и картечь от фирмы Rio в диаметре 6,2 мм. Сравниваем эти два диаметра, затем мы берем диаметр побольше, супер картечь от Tahoe 8 мм против картечи Rio 8,65 мм. Посмотрим, где будет лучше кучность. Я поставил три стенда. Сейчас мы пойдем посмотрим, подцепим мишени. Толщина доски будет у нас 5 сантиметров. Посмотрите, она толстая. То есть нигде нету пробоин. Абсолютно целая, чтобы потом не говорили, что я поменял или раньше стрелял. Я сейчас при вас вот цепляю мишени и смотрим, какие у нас получаются результаты. Мишени чистые. Я подписал, вот сначала будет у нас цилиндр 6,5 мм, а потом мы будем в эту мишень стрелять 8-мм. Мужики, в общем, я вот подцепил мишени. Высота у нас мишени 1,10 м и ширина 90 сантиметров. Толщина доски 5 сантиметров. Это сосна, доска целая. Мишень 16-дольная, заяц. Сейчас стреляем в самый центр и смотрим, какая получается особь. Стали мы на огневой рубеж. Сначала мы стреляем супер картечь 6,5 мм от научно-производственной фирмы Tahoe. Здесь 24 штучки картечины, навеска 39 грамм. Делаем первый выстрел из цилиндра. Стреляем с упора точно в центр. Так, патронов здесь нету. Меняем сужение быстро, вкручиваем. Вкручиваем сейчас получок. Снова 6,5, получок. Затем вкручиваем цилиндр. Так, пойдемте смотреть. Так. Ребят, ну значит цилиндр. Цилиндр у нас немножко разбросало. Видим, одна дробинка, вторая, вот третья, четвертая. 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 штук. 14 штук. Значит, цилиндр немножко разбросало. В принципе, из 24 штучек прилетело 14. Больше нигде не вижу. Так, теперь смотрим, что у нас по лучок. Лучок вообще замечательно. Теперь я даже для себя буду знать. Раз, два, три, четыре мишень. Пять попало. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19. Ребят, 19 дробин. Лапка. Ага, да, вот еще. 20-я. Все вроде 20. 20 картечин попало из получока. Это просто замечательный результат. С учетом, что здесь всего 24 штучки в патроне. Так, и смотрим, что у нас получилось из чока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, вот две, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 18. Вот. Тоже лапка 19. Ребят, то же самое. 19 дробин. Посмотрите, вот в мишень попало 3, 4, 5, 6, 7 дробин. То есть кучность замечательная. Теперь смотрим, какая глубина проникновения этой картечи. Какая резкость. Берем штангель и смотрим. Так, выборочно давайте. Так, зашло до конца. Да. Так, здесь у нас показывает 1,6 сантиметра. 1,6, да? 1,6 сантиметра. И плюс, нет, один, не 1,6, 1,7, 1,8, 1,8 сантиметра. И плюс 6,5 сантиметров картечи, получается 2,5 сантиметра глубина проникновения. Давайте еще одну померим. Так, все, упор. Здесь у нас получилось 1,6. Это получается у нас 2 сантиметра и 3 миллиметра. Здесь немножко меньше. Давайте здесь попробуем какую-то вот эту возьмем. Так, все, упор. Здесь у нас уже намного больше. 2 сантиметра, 1 миллиметр. То есть еще плюс 6,5. Это 2 сантиметра, 7. Можно сказать, ну, 2 сантиметра, 8 миллиметров. Возьмем вот эту. Здесь у нас 1,7. И плюс еще 6,5, это получается 2,3. И смотрим вот, допустим, вот эту. 2 сантиметра и 2 миллиметра. 2 сантиметра и 2 миллиметра, получается, плюс еще 6,5, это 2 сантиметра и
9 миллиметров. В общем, ребята, до 3 сантиметров глубина проникновения картечи 6,5. Так, ребята, давайте теперь пойдем и отстреляем 8-миллиметровую картечь от научно-производственной фирмы Тахо. А теперь стреляем 8-миллиметровой картечью. Я сужение не перекручивал. Сейчас у меня стоит здесь чок. Стреляем сначала по правой мишени, а затем будем менять сужение. Супер картечь 8 миллиметров. Здесь 12 штучек. Навеска 36 грамм. По 3 штучки в ряду. Они хорошо лежат. Ребята, отсюда вижу, что прошило дерево. Так, меняем сужение. Сначала меняем сужение. Восемь миллиметров. Вторая мишень посередине. Так, а теперь вкручиваем цилиндр. Так, 5 миллиметров. Так, цилиндр, третья мишень. Так, это... Давайте теперь смотреть, что получилось от 8-миллиметровой картечи. Так, считаем, ребята. Цилиндр. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Вот рядом попала 9, 10, 11. Так. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Еще одна. Сейчас посмотрим. Так, 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 одно еще не вижу. Так, ребят, ну, значит, из цилиндра у нас кучность даже получилась лучше, чем 6,5 миллиметров. Вот, прилетело из 12 штучек в патроне, 12 картечин прилетело в мишень 11. То есть это отличный результат. Кучность хорошая. Смотрим дальше, что у нас получается из получока. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штучек. Все, больше нету, не вижу. Значит, мужики, здесь получок, в мишень прилетело тоже 11 штучек. Попало 1, 2, 3. 3 дробины попало в мишень. Это замечательный результат, хорошая кучность. С учетом, что в патроне всего 12 картечин, попало в мишень 11 на 35 метров. И чок. Чок у нас, считаем... 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, больше не вижу. Так, чок у нас показал тоже неплохой результат. Попало дробинок, конечно, меньше. 9 штучек всего, в мишень попало 2. Ну, ребят, я могу сказать, что на дистанцию 35 метров это уверенное попадание зверя. Это не подранок. Кучность в этих патронов отличная. Сейчас мы посмотрим, какая еще глубина проникновения. Для сравнения, здесь вот я видел, когда стрелял, доску прошило. Да, вот, ребят, прошило даже доску, она вылетела. Вот, вижу, прошило доску. И вот доску прошило. Смотрим, какая у нас глубина проникновение получилось. Возьмем разные диаметры. Так, упор. Здесь у нас получается 2 сантиметра 1 миллиметр плюс 8 миллиметров. Это получается 2,9, почти 3 сантиметра. Смотрим дальше. Вот, зашла. Все. Упор. Здесь, ребята, зашла вот 3 миллиметра, 3 сантиметра, 6 миллиметров. Еще плюс 8. Это получается 4 сантиметра, 4 миллиметра. Почти доску пробила. Смотрим другую. Так. Упор. 2 сантиметра 1. Тоже... Короче, в итоге 2,9 выходит. Давайте здесь посмотрим. Она пилками позабивала все. Не залазит. Так. Вот, зашла. 3 сантиметра 1 миллиметр. И плюс 8, это получается 4 сантиметра. Ребят, это все пилками забито. Нету как засунуть штангель. Вот, зашла. 3 сантиметра и 4 миллиметра. Получается у нас 4 сантиметра и 2 миллиметра. Если добавляем мы диаметр самой картечи. Ребят, в среднем она заходит 4 сантиметра, 4,5 сантиметра. Вот даже одна пробила 5-сантиметровую доску. То есть 4,5 сантиметра где-то средний результат этой картечи. Давайте мы сейчас поменяем эти мишени и стрельнем точно так же, только патронами Рио. Так, друзья, значит, заменили мы новые мишени. Сейчас мы делаем то же самое, только с патронами Рио. Я подписал Рио 35 метров цилиндр, 6,2 миллиметра и 8,65 миллиметров. Мы стреляем по 3 раза по точно той же процедуре. Пойдемте. Ребята, 6,2 миллиметра, фирма Рио. В пачечке 5 штучек. Кстати, Тахо тоже выпустила новый тираж. Картечь будет продаваться по 5 штучек. Рио пишет, что здесь 21 картечина диаметром 6,2 миллиметра. 12,70. Навеску я не вижу. Ружье разряженное. Снаряжаем 6,2 миллиметра. У нас вкручен сейчас чок.
стреляем по правой мишени. Так. Меняем сужение на получок. Средняя мишень. И прикручиваем на цилиндр. Так, третья мишень. Так, друзья, пойдемте смотреть. Считаем. Это у нас цилиндр. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так. Цилиндр. Кучность неплохая. Показал цилиндр. 17 штучек. Заявлено 21. Смотрим дальше по лучок. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот группа из трех сразу. 14. Вот 15-я ушла. 15 штучек. Все, я отметил, больше ничего нету. Ребят, ну, здесь получок хуже показал результат. Оно как-то получилось смещенное вниз. Вот, в трофей, можно сказать, попала вот одна дробинка в зверя. И 3-4 штучки по лапам. Как-то оно чуть-чуть ушло левее. У Тахо, конечно, особь была получше, оно равномерно разбросила. И здесь, получается, из 21 17 штучек попало в Тахо. Там, по-моему, из 24 попало 19. Это так само. Так, и смотрим. У нас чок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15 штучек. И вот 16-я. Так, все, немножко левее особь. Намного лучше, чем получок. И щека намного лучше получилась. Давайте посмотрим, какая глубина проникновения. Так, здесь у нас 1,7 и плюс 6,2, это 2 сантиметра и 3 миллиметра. Один и четыре и плюс и 6, 2 сантиметра, 1 миллиметр. Давайте здесь посмотрим по кучности. Так, 1,3. 1,3 плюс 6,2 это почти 2 сантиметра. Здесь вообще не зашла. Вот у нас получилось 1,6
и плюс 6,2 добавляем диаметр картечины. Это получается 2 сантиметра, 2 миллиметра. Так, 1,7. Ну, опять же, 2 сантиметра, 3 миллиметра. Где-то 2,5, наверное, средняя глубина проникновения. То есть, давайте теперь пойдем и сделаем также 3 выстрела картечью 8,65 миллиметров. Друзья, сейчас я вкрутил цилиндр. Стреляем картечью 8,65 миллиметра от фирмы Rio. Здесь 9 картечин. Они в ряду все по 3 штучки. Стреляем сначала по левой мишени и смотрим, какая здесь получится кучность. Так, теперь перекручиваем получок. Мужики, из чока я этой картечью не хочу стрелять, потому что здесь диаметр 8,65 миллиметров. У меня сверловка канала 18,4, а эта картечь предназначена под 18,7, 18,65. То есть, допустим, если вот взять для ружей ИШ, там ТОС, чок-получок, эти патроны не подходят, сильно большой диаметр. Картечь не согласованная, потому при выходе она друг друга подпирает, сжимается, и вылет получается... То есть ее разбрасывает немножко. Можно сказать, что один раз может быть кучно, другой раз будет не кучно. И та, что картечь больше 8 мм, она очень как бы опасна для ствола. Я не хочу стрелять из щека этой картечью. С получока еще попробую, но из щека не хочу стрелять. Вообще та картечь, что идет больше 8 мм, она предназначена для самообороны. То есть она, ну, не для охоты создана. Сейчас мы посмотрим, какая здесь кучность из получока. Из чока я ее, ну, тестировать не хочу. Ну, отдача, если честно, такая сильная прям. Давайте пойдем посмотрим, что получилось у нас от стрельбы из картечи 8,65 миллиметров. Цилиндр. Раз, два, три, четыре, пять. Вот шестая. Так, из цилиндра попало вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 штучек всего, из 9 6 штучек попало. 2 из них попало в мишень. Что у нас показывает получок? Получок, вот одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Так, получок. У нас попало 8 штучек. Из них попало вот 2 в мишень. Так. Ну, чок я не стрелял. Смотрим, какая глубина проникновения. Мысли 1,6 и плюс 8,65, это получается 2 сантиметра, ну, 2,5 сантиметра. Так, здесь
здесь чуть-чуть побольше. 2 сантиметра, 2,3. 2,3 плюс 8 это... 2,3 плюс 8, это получается где-то 3 сантиметра и 1 миллиметр. Здесь... Все. 2 сантиметра ровно. И плюс 8, 65, это 2 сантиметра и, ну, можно сказать, 9 миллиметров. Тоже 2 сантиметра. И плюс 8, 65, 2,9. Так. 1,6. 1,6 плюс 8. Получается у нас почти 2,5. Так. Смотрим разные, чтобы понять, какая средняя где-то. Здесь 1,9 и плюс 8. Получается 2,8. Так, 2,2. Ну, 3. Ребята, то есть средняя получается, ну, самая большая, это 3 сантиметра. Я больше пока не видел. Вот, опять же. Максимально засовываю, чтобы не говорили. 2 сантиметра и 3 миллиметра. Плюс 8,65. Это получается, ну, 3,1. Вот, самая большая получилась у меня. Давайте еще разные посмотрим для сравнения. 2 сантиметра, 2,2,2, 2,6. Наверное, это самая большая. 2,6 плюс... 2,6 плюс 8,65, это получается 3,4, 3,5, ну 3,5 почти. И вот 2,1. Короче, могу сказать, что здесь средняя глубина проникновения где-то 2,5, самая большая там 3,5 получилась. 2,5, 3 сантиметра, у Тахо где-то получилось 4, 4,5, то есть резкость картечи 8-миллиметровой у Тахо намного выше. В принципе, как и 6,5 миллиметров. Здесь резкость слабая получилась. Ну и кучность, видите сами, оно влево ушло. Вот таховские патроны, они как-то больше рассыпали дробь. Давайте, ребята, теперь поставим эти мишени на дистанцию 50 метров дальше и посмотрим, что получится на дистанцию 50 метров, какой результат покажут эти патроны. Но что я могу от себя сказать, 8-миллиметровая картечь и 8,65, разницы нету, то есть эффект один и тот же от попадания. Просто что 8,65, она опасна для ствола. Здесь 8 миллиметров, то есть выше 8 миллиметров картечь опасна для ствола. 8 миллиметров это как раз то, что нужно. Я, например, стреляю картечью 6,5, супер картечью 6,5 миллиметров. Я последний раз на охоте был, добыли мы волка из этой картечи на дистанцию 35 метров. Через ветки стреляли, вторым выстрелом зверь лег. Сейчас мы стреляем на 50 метров. Супер картечью 6,5 миллиметров из цилиндра. Меняем сужение. И 5. Вторая мишень, получок. Так, меняем на чок. Чок 6,5 миллиметров.
Ну что, пойдемте посмотрим. В общем, ребята, из цилиндра разброс получился побольше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек прилетело в мишень. Если бы это был волк, то есть вы попали бы. Просто на такое расстояние цилиндр делает осыпь побольше. Они разлетелись, дробинки. Ну, вот такая вот. Смотрим, что у нас из паучка. Паучок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штучек. Здесь немножко у меня вниз сместилось. Восемь штучек. И вот щек, ребята, щека показала вот уже лучше всего. Значит, мне подходит щек. Видим, вот на 50 метров и щека неплохая, я бы сказал, даже отличная особь. Мужики, из щека у нас получилось 14 картечин в мишени. Особь отличная. Значит, я могу сказать, что мне подходит на эту дистанцию щек. С цилиндра оно сильно рассыпает. Давайте теперь стрельнем 8,0 мм и посмотрим, что нам покажет этот диаметр. 8 мм таху из щека. Стреляем в правую мишень сначала. Первое. Перекручиваем. Вкручиваем цилиндр. Восемь миллиметров цилиндр. Пойдемте смотреть. Так, напомню, 8-миллиметровых здесь 12 штучек. Супер картечь. Значит, цилиндр. Вот, смотрите, как разнесло бок. Значит, вот раз, два, три, четыре в мишень, пять, шесть, семь. Ребята, отличный результат, я скажу, из цилиндра получился у нас. 7 штучек из 12 попало на 50 метров в мишень. Вот такая кучность получилась. Дальше смотрим. Паучок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тоже 7 штучек, вот паучок. И чок. Чок, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тоже 7 штучек. В общем, по 7 картечин из 12 попало на расстояние 50 метров в мишень. Давайте посмотрим, что нам покажет Рио из этого расстояния. Пойдемте, сейчас мишени поменяем. У нас сейчас вкручен цилиндр.
У меня просто осталось две картечины, я их много не покупал. Так, это у нас 21 штучка. 21 штучка 6 и 2 миллиметра. Цилиндр. Левая мишень. Перекручиваем сейчас на получок. Вот три насечки, получок. Получок 50 метров. Так, эти гильзы потом мы пособираем. Так, 6,2, 21 штучка. Пойдемте считать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, в принципе, неплохо получилось. А вот еще 10 одна. 10 картечин попало в мишень. Так, и что у нас показал получок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тоже 10 картечин. Но оно как-то все влево здесь сместилось, получок. Если цилиндр более равномерно, здесь сместилось влево. Давайте стрельнем теперь 8,65. Посмотрим, какой там результат. Берем два патрона 8,65. Вкручен у нас сейчас получок. Делаем первый выстрел из получока. Теперь меняем и вкручиваем цилиндр. Цилиндр. Пойдемте посмотрим. Да, здесь вот такой результат получился. Это вот она попала, да, одна. Это вот таховской была, где разрыв. Это одна попала. Вот вторая попала. Вот в третья. Всего три штучки, видите, вот. По краям, то есть в центр вообще ничего не попало. Это за счет деформации. При выходе, я же говорю, у меня 18,4 сверловка, при выходе ее сжимает, и разлет у нее получается, ну, очень плохой, потому что один раз может хорошую кучность показать, другой раз покажет сильный разлет. Смотрим, что получока. Одна, вот одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Получок всего 6 штучек. Ну, видим, вот смещено опять же влево, одна ушла сильно вправо. И все. Так, мужики, хочу, значит, подытожить сегодняшние тесты. На 35 метров местами где-то показала одинаковую кучность. Где-то, может, в Рио немножко была с цилиндром кучность лучше. В Тахо, например, кучность чок-получок лучше показала. Может, это из моего оружия такое показывает. По резкости Тахо намного лучше. 8 мм показала 4-4,5 см
глубину проникновения у Рио показала где-то 3 сантиметра, 3,5, это самое большее, это 8,65. Допустим, 8 миллиметров вот так вот, там 12 штучек, у вас шанс больше попасть в зверя на дальнее расстояние, чем 8,65, 9 штучек. По сравнению картечи 6,2 и Рио и 6,5 от Тахо, там тоже показывает результат, вот где-то лучше, где-то хуже. Одна по резкости 6,5 таховская тоже лучше, там показывала 3-3,5 проникновения, а у риовской показывала где-то 2,5 до 3. Так что делайте выводы сами. Кому понравились тесты, ставьте лайки. Кому интересно, я могу еще сравнение сделать Тахо с Ремингтоном. Это уже в следующих выпусках будет, когда появится время, я отсниму. То есть, ну, до скорой встречи всем!